Всем приветики! И с вами Хена. Как ваше настроение? Готовы к зиме? Напиши в комментариях, выпал ли у вас снег. Правда, у нас он не выпал. Прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам одну новость. 28 декабря этого года мне выполнится 5 лет. И поэтому давайте соберем все ваши поздравления в одно видео. Все, что нужно для этого, вы сможете найти у нас в группе ВК. Ссылочка будет в описании. Итак, сегодня мы поможем вам обучить вашу собаку обходить тазик, стоя на нем. Эта команда у нас называется «Вертись». Такой трюк поможет развить заднюю часть собаки. Итак, переходим к обучению. Вам понадобится хорошее настроение, лакомство, крекер, если есть, и сам тазик или ведро. Постарайтесь взять тазик по размеру вашей собаки, чтобы ей было удобно. Шаг первый. Учим собаку вставать на предмет. Подносим к носу собаки лакомство и тянем так, чтобы собака встала передними лапами. Повторите несколько раз. Шаг второй. Мотивируем собаку лакомством и стараемся вести ее в нужном направлении. Заносим лакомство от носа собаки к ее уху или попе, так, чтобы собака начала двигать задними лапами. Тогда получится у собаки сделать хэд-шажок, бурно хвалим. Повторим это упражнение до тех пор, пока собака не начнет уверенно передвигать задними лапами. Шаг третий. Постепенно убираем руку и вводим команду, которую вы решили. И вот что должно получиться. Надеюсь, у вас тоже все получится. Не забудь поставить лапку вверх и подписаться на мой канал. Пока-пока. Все, Ань, выключай. Now the memories on the wall.